Друзья, добрый день! Это кулинарный канал Натальи Горбачевой. Сегодня буду готовить тыквенное пюре. Его можно несколько дней хранить в холодильнике и добавлять в выпечку, в каши, творожок и так далее. Свежеприготовленное пюре можно использовать для детского питания как прикорм. А для более длительного хранения тыквенное пюре можно и заморозить. Тыкву я очищу, режу на небольшие кусочки. Чем мельче кусочки, тем быстрее приготовится тыква. Пюре можно сделать тремя способами – в духовке, пароварке, либо сварить в кастрюле. Я выкладываю кусочки в контейнер пароварки или в форму для запекания и накрываю ее фольгой. В духовке тыква готовится при температуре 180 градусов. Готовность я определяю зубочисткой. Время может быть немного разным. Это зависит от самой тыквы, а также от духовки и от пароварки. В любом случае, через 30 минут тыкву уже можно пробовать, проткнув зубочисткой или вилкой. Она должна стать мягкой. На дне моей формы при запекании жидкости не осталось, но может и остаться. В пароварке сок есть, его можно слить, а можно и оставить, по вашему усмотрению. Затем тыкву я пюрирую. Если варить тыквенное пюре в кастрюле, то надо добавить немного воды и поставить на медленный огонь. Проваривать кусочки время от времени, перемешивая, также до мягкости. В кастрюле тыква у меня уже практически превратилась в пюре, но я ее еще пюрирую блендером. Остывшее тыквенное пюре я перекладываю в банку и храню в холодильнике в течение нескольких дней, может быть, в течение недели. Но для детского питания пюре надо использовать, конечно, только свежее. А для обычного использования, чтобы оно хранилось дольше, его можно заморозить в небольших контейнерах или формочках для заморозки, например, формочках для льда. Так как это уже готовый продукт, перед использованием его не надо будет как-то еще обрабатывать. Останется только разморозить и добавлять в выпечку и другие блюда. Приятного вам аппетита! Если видео пригодилось и понравилось, поделитесь им с друзьями, проголосуйте лайком. И, как обычно, приглашаю на мой канал. Подписывайтесь, включайте колокольчик. Напомню, что тексты рецептов находятся на сайте edimkashu.ru.